Приветствую вас, друзья, с вами Назар, и сегодня мы будем выбирать новую партию в Europa Universalis 4. Итак, я подобрал 4 ачивки, вы их можете видеть внизу экрана с правой стороны. Добавил я такой скриншотик небольшой. Вот, так что давайте начнем. Итак, первая ачивка у нас на выбор будет за Пермь. За Пермь нужно... В сути этой ачивки захватить всю северную часть земного шара. Это нужно захватить регион Россия, Скандинавия, Сибирь. И здесь в Америке тоже есть 3 региона. Там Каскадия, Гудзоновый залив и Канада. В общем, вся северная часть, там где современная Канада находится. Вот все это. И Аляска тоже нужно захватить. Ну, наверное, еще и... Подозреваю Гренландию, Исландию. Ну, Исландия, наверное, к Скандинавии относится. Я тут точно не знаю. К сожалению, здесь нету карты регионов. Я не могу посмотреть. Вот такая ачивка за Пермь. Так, приходим дальше. Следующее это идет за такую маленькую страну, итальянскую республику Лука. Ее недавно добавили в одном из патчей. Суть этой ачивки, что нужно за эту страну захватить провинцию Лукноу. Вот это провинция. Или Лукноу, или Лакноу. Не знаю, как правильно читается. Нужно приплыть в Индию и взять эту прову. Вот. Ну, я не думаю, что это что-то слишком такое сложное. Главное тут немножко разрастись в Италии, пойти в исследование. И потихонечку вот через Африку добраться тут в Индию и отсюда уже пройти. Приходим к следующей ачивке. Это у нас будет ачивка за Саксонию. Называется Мейсонский фарфор или что-то такое. Ну, походит от названия города в Германии, в котором была построена первая европейская мануфактура по производству фарфора. Ну и нужно за Саксонию захватить полностью этот товар, который производится на карте. Вот. Это нужно плыть в Китай и здесь захватывать провинции. В основном в Китае находится этот фарфор. Возможно, где-то еще я не смотрел. Я не знаю, где он находится. Но это в самой игре можно начать игру и там посмотреть, выделить одну провинцию. Включить карту, ну, режим карты товары. Там будет... понятно, где они находятся. Вот. Ну, это будет игра внутри империи. Тоже нужно будет как-то пробиться вот через эти мелкие страны к морю, чтобы тоже получить. Ну, либо взять, например, экспансию, группу идей. И там будет, если ее полностью закрыть, будет казус белли против каждой страны, малоразвитой в Африке и в Азии. Ну и взял эту идею, мы, например, объявляем кому-то тут войну, вот, например, какому-то там Бенину или вот этим Луангу или в Софала, куда будет, ну, видно, где будет открыто. Ну и так тоже потихонечку продвигаться в Китай. Вот. Ну и четвертая ачивка, это у нас захват мира полностью. Тут неважно за какую страну, если победит это, то я выберу какую-то из сильных стран, либо Францию, либо Австрию, либо, не знаю, Швецию, там Англию, неважно какую. Это я уже себе сам решу, просто, ну, просили иногда в комментариях, что поиграй за какую-то большую страну. Почему всегда за какие-то маленькие? Ну вот, если кто хочет, голосуйте за эту позицию, за эту ачивку, и будет вам большая страна. Вот. Сегодня у нас воскресенье. Будем голосовать до вторника, до вечера. Я где-то там напишу в комментариях в группе, как обычно. Напишу свой комментарий, кто победил. Ну и через пару дней там будет... Уже первые видео, я там не знаю, как получится его записать. Просто есть сейчас немножко дел, которые нужно решить. И немножко напряг с временем, но я думаю,
все будет хорошо. Так что заходим по ссылке. Ссылка будет в описании под видео и в комментарии. И голосуем в группе. Также вступаем в группу, если вам она вам понравится. Так что заходим, голосуем. С вами был Назар. Всем пока.